поднимается точка с разных сторон, и здесь очень тяжело будет Апексу, хотя он неплохо справляется. И Шоксом забрал Глейва. Ого, Апекс справляется богоподобно просто, выводит свою команду вперед, несмотря на то, что раунд для G2 выглядел провальным. Ксипникс пытается Апекса разменять, тот живет, ловит флешку, все еще живет, пока Шокс доделывает остальное, пушит девайсы. Ксипникс дает размен, возможно, слишком поздно, и нет, Шокса зачитывает один в один. Теперь нужно разыграть бадди Ксипникс. Вот он, клатчер команды Астралис, сейчас потащил клатч, это 6-3, и, казалось бы, все складывалось.